Здравствуйте, сегодня находимся с семьей на историческом фестивале «Битва на Воже». Очень интересно, очень много народу. Сейчас вам поснимаю и несколько кадров вот с этого знаменательного события. И вы тоже увидите. Мы вживую, а вы вот таким образом. Посещайте обязательно такие праздники. Заранее это оповещается в интернете, поэтому обязательно приезжайте. Огромное удовольствие. Так, вот несколько кадров. Вот люди фотографируются. Пулеметы. Такая интересная детворы у взрослых. ПЖ. Пушки. Такая вот интересное мероприятие. Я буду одна теперь. Вот настоящий Максим Чапаевский. Так, смотрите, мероприятие вообще масштабное в этом году. Вот. С левой стороны вот церквушечка действующая. Вот там и концерт. Это мы сейчас сюда придем, поснимаем, показываем. Детей полно, все лазит, такие штуки исторические, всякие вон. Одежда можно примерить. Это мы тоже обязательно сейчас сделаем. Интересно. Ване, интересно? Ага. Сейчас мы пойдем везде, сходим. Сначала налево сходим, туда. Так. Место находки костей шерстистого носорога. Это вот такие части, сохранившиеся. Серпы. Горшочек. Интересно. Ножницы. Люди подтягиваются вообще. Огромное количество сегодня народа. Да, ну практически настоящее. Реконструкция битвы на Воже. Это действительно очень-очень тяжело. И казалось бы, и меч-то, казалось бы, весит не те самые обещанные 16 килограмм, а всего-то 300 кило, но это правда тяжело. Вперед, воины! Вперед, богатыри! Бой распался на отдельные составляющие, в принципе, логично. Потому что, ну, рано или поздно, конечно, как одна стена щитов уступит другой. Вот тоже, кстати, очень характерный момент. Лучник присел, видели, да? Лучник присел, не дожидаясь, пока к нему подойдут. Это в четком соответствии с правилами бугуртов. Лучников! А вы думаете, почему я лучником ходил? А лучников бить нельзя, а? Да все просто. Если к лучнику кто-то подбегает на дистанцию 2 метра, понятно, что к тебе бегут. Ты делаешь вот так. Все. Тихо, спокойно. Так вот, ну зато у лучника самая лучшая ситуация. Во-первых, он без доспеха, ему не обязательно. Во-вторых, по правилам маневров, по правилам бугуртов, стрела, попавшая в любую часть, в туловище, в руку, в ногу, значит, человек падает. Что еще не сказал? Очень важно. В лицо никто не целится. Ни стрелой, ни мечом, ни, конечно же, копьем. Потому что на копье, как вы видите, специальные подушечки для смягчения ударов. Но даже таким копьем можно нанести очень-очень серьезную травму. Поэтому запрещено категорически колоть выше кромки щита, ну или под шлем. Шлем вообще стараются не бить, потому что человек в полу сражения чуть присел, чуть ушел. Меч колесом. Ну, что же? Все готовы? Ну, вперед! А вы чего ждали? Это еще одна традиция. Для тех, кто впервые, для тех, кто первый раз видит бугурты, всегда маневры
заканчивается именно так. Обнимашки! Жар ваших сердец этим славным парням! Не артисты, не аниматоры, реконструкторы! На каждом из них 20-25 килограмм железа. В шлеме дышать тяжело, солнце жарит. Мне жарко, а каково им? Так что спасибо за аплодисменты и спасибо огромное за вашу замечательную поддержку. Спасибо, братцы! Отдыхайте! Так, праздник продолжается. Вот, воины идут мимо нас. А вот мне показалось, что не попал. И причем это особый шик. Он, честно говоря, соревнование. Говорите, пока он не слышит, выпендривается. Обычно копье вот здесь, а у него хват катафрактария. Это были такие византийские всадники. Пугачев Александр на исходную. А в 14 веке хват катафрактария практически никто не использовал. Тогда уже брали копье под мышку. Ух ты! Вот это было здорово! Я говорил, это тот самый таранный копейный удар, которым была знаменита русская дружина, русская конница. Лосенков Сергей на исходную. И поскольку уж мы инсценировкой сражения сегодняшнего вспоминали битву на Воже, но слабовато, чуть-чуть прямо, но неважно. На самом деле это была первая попытка. У каждого всадника будут по две попытки на каждом снаряде. Трушин Глеб, вперед, можно? Так вот, и одна из версий победы на реке Воже как раз... И опять удар катафрактария. Ну что же, одна из версий побед на реке Воже в том и заключалась, что Черников Михаил, можно? Русские войска оттянулись назад, дождались, пока татарская конница войдет в реку и потеряет маневр. Татарская конница была как раз и страшна маневром, быстротой перестроения. Буланов Артем, можно? Так вот, русские всадники оттянулись. Татары вошли в реку, попытались ее форсировать. Ах, как это было здорово! И вот тут, вот этот самый таранный, мощный копейный удар, когда на кончике копья сосредоточена масса всадника, масса коня, скорость коня 500 килограмм, всадником 600, 40 километров в час. Вы представляете, какая смерть таится на кончике копья? Вот сейчас мы с вами как раз видим, как тогда тренировались. Вторая попытка, Ведерников Алексей, вперед! Очень легко представить, как это было. Есть. Пугачев Александр. Из дружины Рысь, город Калуга. Есть. Молодец. Лосенков Сергей! Немаловажный факт. По правилам турнира
Все выполняется не на Руси, а на галопе. Ох, так это было неплохо! Четко 360. Молодец, Сергей! Рушин Глеб! И не забывайте, мои хорошие, не забывайте, пока вы просто смотрите, вы зрители. Как только вы начинаете болеть, вы участники того, что происходит. Потому что поддержка трибун, ну это плюс два к харизме однозначно, те, кто выступает. Черников Михаил, можно? Тут сарацин заждался. Михаил, я из-за забора не вижу, но верю, что ты готов. Лошадь не дает что-то, не хочет. Вот, кстати, к вопросу, да? О том, что вот у этого замечательного 500-килограммового ребенка, 5-летнего, свое понимание мира и свое чувство прекрасного. Вот мне, кстати, подсказывают, я даже паузу сделаю. Вот этот вот красавец, этому жеребцу всего 3 года. То есть какие там 5 лет, дай бог, 3 интеллект 3-летнего. У него еще в голове ветер гуляет вовсю. Я про жеребца. Я не про всадник. Буланов Артем, вперед! Артемка, Артемка, я слышу с трибун! Давай, Артем! Эх, ох, просвистело! Главный судья, дорогие мои, это главный судья Олег Лукьянов, зычным голосом прокричал: «Кольца!» Это значит, я должен вам рассказать, о чем сейчас идет будет речь. Итак, кольца. Важна не только сила удара, важна точность. Вот это мы сейчас с вами и увидим. 2 кольца, чуть повыше, чуть пониже. За верхнее кольцо 1 очко, за нижнее 2. Верхнее кольцо, ну, практически все могут снять, это легко. А вот нижнее надо постараться, потому что приходится копьем тянуться через круп лошади сверху вниз. И это сложно. Причем мало насадить кольцо на копье. Надо еще поднять его и продемонстрировать. Вот оно, колечко. Так. Сбил, но не насадил. Главный судья. Главный судья ставит 0. Пугачев Александр. Александр! Александр Пугачев! Пошел на нижнее кольцо. Ну что же, храбрость города берет! А кто да, в таким шампанское надо рисковать? Власенков Сергей! Можно, кольца висят! Это только первая попытка, не стоит об этом забывать. Скажем так, разминка! Ну кто-нибудь у нас сегодня размочит или... Эх! Шашку до коня, сейчас сам туда пойду. Дайте седло, подведите мне сюда, вот прям. Покажу всем, как надо. Может быть, даже не упаду. Вот, кстати, много в моей реконструкции жизни было, но вот на лошади еще никогда не скакал. Рушин Глеб, можно? Рушин Глеб. Так. Эх, все ближе, ближе. Пули свистели, копья свистели рядом с кольцами. Черников Михаил. Михаил Черников. Лошадь опять у него не хочет. Вижу. А, это тот самый наш, 3-летний, неугомонный. Да. Не хочет, вообще, не хочет. Слушайте, ну он просто, так сказать, душу изливает. Я вижу, что, ну зачем вы меня... Я про коня, я не про Михаила. Ну зачем вы меня сюда притащили? У меня там стойло, овес, сено. Давай, 3-летний! Сбил! Ну почти! Вы видели? Сантиметр! Вот, честно говоря, вот мое там лицо, да, я в защите, и на меня конник. И вот лично мне, я вам честно скажу, без разницы, сантиметр туда или сантиметр обратно, страшно будет по-любому. Недаром конница практически до конца 14 века была, господствовала на полях сражений. Буланов Артем! Потому что психологически достаточно сложно воспринимать, когда на тебя скачет вот это вот.
И даже попал там в тебя, кто-то не попал, уже страшно. Вперед! Эх! И вот тут, знаете, вспоминается свой среди чужих, чужой среди своих. Помните, в самом конце: убей его, Шилов, убей его! А вторая попытка, у нас еще все впереди. Так, передохнули, всадники, собрались! Ты еще с такой поддержкой, трибун! Да чтоб кольцо мы не сняли! Не бывать этому! Вперед, братцы! Ведерников Алексей! И музыку задорную включили. А вот мне показалось, что все-таки он его подцепил. Вот было у меня такое ощущение. Ну что же. Так, кто у нас следующий? Пугачев Александр. Александр! Ваш черед! И кольца заждались. Что-то как-то грустно. Вот в этот раз было грустно. Я знаю, он решил, что так, ладно, кольца сегодня не удались, но впереди еще очень много интересных упражнений. Лозенков Сергей! Сергей, ох, как быстро начал! Ох, как здорово идет! Ну, судья, ну! Что? Не может быть! Кольцо было снято, я видел! Вы это видели? Все это видели? Судья не видел! Он не туда смотрел! Друшин Глеб! Глебушка, ревут трибуны! Он у нас сегодня самый красивый! Ух, как это было! Это было не про... Это были овации, крики на басах! Ультразвук сейчас летел над полем! Ах вы, мои хорошие! Черников Михаил! Спасибо тебе, трехлетний красавец! Тогда, именно тогда успех приходит, когда всадник и конь выступают как единое целое. Тогда победа. Кольцо повесили! Уланов Артем! Хорошо! Ну почти, вопрос пол сантиметра, я видел. Но вы же хотели настоящего средневекового насилия? Так и вам, так и сейчас их будет, я вам обещаю. Капуста! А, вот когда таранный копейный удар. Как правило, кстати, многие сражения на этом и заканчивались. Здесь 100 человек, здесь 100 человек. Столкнулись, выигрывал тот, кто успел своих коней разогнать до большей скорости. Вот это, кстати, в этом заключалось мастерство и опыт воеводы отряда. То есть, вот они сошлись. Между ними, скажем, 200-250 метров. Ждут. Потихоньку начали съезжаться. Вот тот, кто успел дать команду, чей отряд, чья дружина успела разогнаться до большей скорости, ну, как правило, и побеждали. А дальше все просто. Про копейный удар я вам говорил. Просто представьте, какая это была мощь. Разгон коня, масса коня, нагонщики копья. Страшно. Соответственно, даже если половина из отряда попадала, оставшаяся, как правило, даже уже ничего не выясняла. Она разворачивалась и до хаты. И вот тогда им вслед. Мечи наголо, сабли наголо. И куда ж деваться? Это кочаны? А сейчас это же не кочаны, это же смешно сказать. Но! По одному очку за каждый. Ведерников Алексей! Конечно, самое сложное в этом деле. Так, срезал. Причесал. Вот с этим, конечно, сложнее. По той же самой причине, что и с кольцом, который низко. То есть с этой стороны рубить могут все. Даже я. Видите, как здорово получается? Опа! А с этой стороны... через круп лошади и в неудобную сторону. Это действительно сложно. Да еще не на шаге. Вы помните, даже рысь не считается галопом. Но! Одно очко. Но, опять же, чтобы вы не удивлялись, почему ту капусту хорошо рубят, а эту, как правило, рубят хуже. Пугачев Александр, капуста ждет!
Александр Пугачев. Ох, было, было, и тут было, ах ты наш красавец, ай, молодца. Власенков Сергей, на исходную, нельзя пока, просто на исходную. Можно? Будьте участниками, не оставайтесь зрителями, мои дорогие. И поднята рука. Здорово. Трушин Глеб. Однажды после капусты маленькая девочка подходит. А можно я капусту домой заберу? Хозяйственная. Был такой, клянусь, я не вру. Глеб, опять Глебушка, кричит трибуна. Глеб, ну где? А, вот он наш красавец. Ух ты, ух ты. А вот тут вопрос. А вот тут вопрос, было, не было. Стойка была. Вот, кстати, да, не удивляйтесь, почему. Где там наш трехлетний красавец-жеребец? Черников. Черников Михаил. Зовите вашего красавца. Вперед. Давай, лохматый. Ну давай. Ну что тебе стоит? Ну порадуй зрителей. Ну так и я тебя прошу. Ах ты мой хороший! Ох ты, было! Ох ты, было! Какая же это красота! Вот как единое целое! Буланов Артем! И как гордо идет, а? Вот почувствовал же, что вот ему аплодисменты. Артем! Можно? Так! Да. Вот, кстати, он у нас поступает с мячом. Вопрос. А как-то так получилось, что русская конница перешла с мяча на сабли? А вот, кстати, как раз вопрос в том, с чего я начинал. Фехтование тогда как такового не существовало. А у сабли за счет смещенного центра тяжести от рукоятки к кончику удар сильнее. Соответственно, всадник с саблей будет рубить просто сильнее. Все банально просто. Вот она сабля. Опа! Ох! Филигранно! Филигранно! Пугачев! На исходную Пугачев пока нельзя. У нас большой запас капусты. Александр, можно? И пошел Александр! Было! Я видел! И тут было! Вот! А я предупреждал. Он тактически подошел к вопросу. Кольца мы пропустим туда-сюда, тут-там, а вот на капусте все вернем. Власенков Сергей, можно? Давай, Серега! Ух ты, кулак! Ух, располовинил! И только сабля свистела над капустой, как она гордо стоит. Конечно, молодец! Спасибо вам огромное. Конечно, молодец. Трушин Глеб, можно? И вот если брать удобство защитного доспеха и легкость, вот Глебу как раз тяжелее всех. Потому что он у нас принципиальный. Вот он этот доспех уже много лет носит. Он очень тяжелый и неудобный. Это не в кольчуге. Черников Михаил. Так, иду с мастером. А, уже не надо. Ах ты мой хороший лохматый. Пошел вперед. Молодец. Здорово. Кстати, совсем забыл. Будет приз зрительских симпатий. Очки это, конечно, все хорошо. Но кто у нас был самым харизматичным, самым классным? Решать вам. Готовьтесь. Черников был. Буланов Артем, капуста ждем. Вторая попытка. Если что-то не получилось в первой, вот сейчас самое время. Ух ты! Так. И тут. Вот вторую я бы засчитал. Я бы засчитал вторую. И судья засчитал. Добрый у нас сегодня. Яблоки. Ну, капусту, как я уже говорил, уже просили у нас. А вот яблоки никто не просил. Был смешной случай.
была небольшая заминка. Вот сейчас вместо капусты яблоки, да. И у нас ребята, которые меняют реквизит, ели яблочки. Ну и судья, что вы делаете, у нас яблок мало. Ну, мало закупили. Участников было много, а закупили мало. Такое бывает. А они стояли яблоки ели. Так. Так. А первое? Александр, было? Не было. Ну что же, первый разминочный. Разминочно-тренировочный Пугачев Александр уже на исходной. Можно? Ох, как загудели трибуны! Спиной чувствую! Аж холодок поперек лопаток. Да. Вот так вот это было. Вот так вот это будет. Причем, в зависимости от всадника, тот по-разному рубит как раз на одну сторону. Здесь-то все. Большинство делают такое движение, хотя кто-то и горизонтальное. Не было, по-моему. Ну что же. А вот это, кстати, очень многие проносят клинок и бьют горизонталь вот сюда. Я тоже не люблю, когда мне сапли кушал. Глебушка! Ух ты, не... Побрил! Саша, побрил! Ох ты, елки-палки! И доспех вот этот здоровенный ему не помеха. Браво, Глеб! Черников Михаил! Миша, как там наш красавец? Опять капризничает? Ну тебя все просят, хороший ты мой. Было! Ох, и снова было! Ну все! Вот это у нас еще один кандидат на победу. Ну, если не по очкам, то на зрительке симпатии точно. Яблочки стоят. Браво! Мы, знаете ли, балуемся. Не желаете ли присоединиться? Да, он готов присоединиться! Так, там нет, а здесь нет. Ну что же. Вот, медали, он уже яблоко ест. Медали, а я говорил, вот этим всегда заканчивается. Выгодное положение, кстати, вот когда уйду из комментаторов, пойду яблоки менять. А что? В пределе, сыт, доволен, дело не хлопотное. Вторая попытка по яблокам. Ведерников Алексей! Алеша! Было! Разрубил напополам! Так, а вот, кстати, скорее всего, не зачет, даже если бы срубил. Он с галопа перешел на рысь. Значит, скорее всего, даже если бы разрубил, все равно бы засчитали. Пугачев Александр, можно? Давай, Саша. Ждем. Браво. Блестяще, все равно блестяще, потому что было рядом. С боевой точки зрения, нормально. Это я вам говорю. Яблоки есть. Васенков Сергей на исходной. Поддержка зрителей слышу. Что же нам еще не хватает? И солнышко нам в помощь. Давай, Серега. Да, было. Здорово, молодец. При зрительских симпатий не забываем. Они у нас все орлы-красавцы. Трушин Глеб. И снова непревзойденный. Непобежденный пока. Давай, Глеб. Ух, как располовинил. А вот тут я бы придрался, а вот тут я бы сказал, что... Молодец! И сразу! Ух ты! Вот! Вы видите, вот это значит чувство коня, взаимодействие коня с конем. Когда? Вот я об этом говорил. Вот это залог победы. Кто быстрее успевал разогнать свою дружину? С места в галоп. Разогнать коня в кратчайшее время. Это победа. И тогда, и сейчас. Буланов Артем, можно? Хлам! Ну, это пижонство, чистый Иван Иванович. Ну что же. А почему бы нет? Ну, правда, не попал. Ух, басы пошли, а? Какой драйв пошел. Спасибо! С улица!
Блестящее начало! Ай, красавец, ай, молодец! Ну что же? Да? Нельзя пока, нельзя! Вот бывает и такой тоже. Так, Ведерников Алексей отстрелялся. Можно? Пугачев Александр. Есть. Ну, вам мне понравилось, я еще хочу. Так. Лосенков Сергей. Можно? Хорошо. Давай, Серега. Воткнулась. Я считаю, ну хорошо, не балл. Дайте хотя бы полбалла. Ну что, вам жалко, что ли? А почему зрители не просят? Ну воткнулась же, что? Вы не согласны со мной, что можно за это дать полбалла? А? Sad Lex, Dura Lex. Что в переводе означает «закон суров, но таков закон». Нужно попасть в щит. Трушин Глеб, вперед! Есть. Эх! Он замахнулся чутка в другую сторону, там чуть-чуть, там солнышко, тут ветерок. Это ветер сбил с улицу. Черников Михаил, можно? Чуть-чуть. А хорошо шла. Ой, как хорошо шла. Но, видимо, у коня сегодня опять немножко не другое настроение. Оно так быстро меняется. Вот за что мы лошадей любим. Обаятельные. Уланов Артем, можно? Но вот, правда, сегодня так, завтра по-другому. Артем! Да, вот он! Он уже спешит к нам! Да, почти! Но, кстати, а бывает еще, знаете как, в щите делают амбразуру. И вот за попадание в амбразуру начисляется 2 там, или 3 очка. А за просто вот с улицу дают по одному. Ну, у нас сегодня чуточку задача попроще. Так, ну что, мои дорогие, все размялись! Первая попытка закончена. Каждый оценил свои силы. Можно? Ну, чуть-чуть. И вот тут, кстати, судя по тому, как приход был копья, видимо, на подскоке. И поэтому завалилось. Ну, бывает и такое. Пугачев Александр, можно? Давай, Саша. Ну, елки-палки, да что ж такое, устали, ну, наверное, устали. Конечно, выступление было большое, потом еще многие из них участвовали в Бугурте. Браво! Браво! Блестящие, спасибо огромное! Ну, конечно, именно так и никак иначе. Лосенков Сергей, и я, кстати, не зря, я вот этого коснулся краем частично, но... Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что война тогда, война сейчас – это удел профессионалов. То есть, ну, не бывает так, что сегодня ты делаешь хлеб, прекрасный хлеб, гордость человечества, или ты пашешь землю, а завтра идешь воевать. Так не бывает. Молодец, Серега! Ну что же, Трушин Глеб! Я считаю, тебе брошен вызов. Кто ты такой, чтобы вызов не принять? И вызов был принят. Молодец. Блестяще. Можно, Черников Михаил? Ну что же, ничего страшного. Он набрал свои очки чуточку раньше. Стоп, нет, нельзя, нельзя.
причесал, черканул. По старой доброй традиции, от простого к сложному. Вот мне, кстати, сказали, что вот эту линию лучше не пересекать, иначе фонить начнет. Поэтому я сейчас все скажу, а потом уже пойду делать свое товарное дело. Дамы, красавицы, вот нужна ваша помощь. От простого к сложному. У нас сейчас будет самое сложное из всего. Три платочка я положу на полосу. Задача всадника. Копьем подцепить платок и поднять наверх. Бывало такое, что поднимали один, бывало такое, что два. Однажды я видел, как подняли три платка. Ну что же, посмотрим, как будет сегодня. Кто-нибудь? Нам нужно три платка. Вижу. Раз. Так, еще. Второй платок. Да, сейчас подойду. Спасибо. Вижу второй платок. Ну хорошо, я пошел. Мне повезет. Я верю. Спасибо ей огромное. Вы посмотрите, какую она красоту. Какую она красоту пожертвовала. Спасибо тебе большое. Здорово. Ну что же, отдадим платкам должное. Сегодня мы видели. Приколол. Ой, молодец, приколол. Второй. И второй приколол. Но очки за это не дают. Ничего страшного. Ну, откровенно говоря, я вам так скажу. Конечно, боевой составляющей в этом упражнении не очень много, но все-таки... Пугачев Александр! Нет, конечно, можно себе представить, что какой-нибудь совсем... Александр, можно? Через круг, через круг! Вот! Он легкий... Да, Саша такой, легких путей не ищет. Можно было бы с правой стороны, он бы пытался с левой. Аплодисменты заслуженные, храброй попытки. Молодец, Саша! Лозенков Сергей, можно? Давай, 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 Серега! Ну! Глебушка! Ну, что же? Поправляю платок пока на исходную. Артём! О-о-о, отозвалось эхо. Давай, Тёмыч! Хома, приколол! Хорошо! Хлопаем. Пора. Пора хлопаем. Так, платки лежат. Так, стоп. Чувство прекрасного. Мне должно, он должен лежать именно так. Ведерников Алексей, можно? Давай, Леха! Опа! Ну! И знамя возникло на у нас на фестивале! Ну что, красавица, твой платок, твой платок! Ну куда ты его пойдешь? Я тебя не догоню. Тебе-то легко раз, два, три, четыре, раз, два, а я-то раз, два, раз, два. Я так быстро не могу. Возраст не тот уже.
Нет, конечно, когда-то я был выше на полметра, и спина была, и плечи были, и волосы были не седые. Ну, когда это было? Пугачев, Саша! Пугачев, можно? Оп-о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 п! Ну! Голубой платок, голубое небо и яркое солнце! Лосенков Сергей на исходную. Сейчас я поправлю платок. Чей платок, спрашивает? Глеб, два платка, два шанса и поддержка зрителей. Ох ты как решил, ох, эх, 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 эх. Вот молодцы они все-таки, несмотря ни на что, сложнейший вариант выбирают, через круг тянутся вниз. Это очень тяжело, поверьте. Уланов Артем. Вижу, он уже рядышком, он уже близко. Я слышу мерную поступь его коня. Давай, хорошо, 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 давай, 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 давай. Так, что это было? Это что такое было? А это, мои дорогие, прежде у коня богатый внутренний мир. Они вот так вот воспринимают действительность. Вот коняга решил, что он тут главный. 500 килограмм. 5-летний ребенок, идите поспорьте, я не пойду, например. Вот с этими 500 килограммами поспорить, ага. Конечно, аплодисменты, овации. Бурные аплодисменты, переходящие овации. Овации, переходящие в бурные аплодисменты. Круговорот аплодисментов в природе. Подводим итог. Сначала очки. Правильно. Черников Михаил, третье место. Конная база Храброва. А вот можно нам сюда, так сказать, лицезреть героя? Пожалуйста, если нам не сложно. На трехлетнем жеребце. Причудами у нас сегодня кони, ну, как обычно, в принципе. Спасибо. Блестящее выступление. Второе место. Александр Пугачев. Дружина Рысь. Город Калуга. Александр. Вот он наш красавец. Платок отдал. Потрясающее выступление. Здорово. Лучший из лучших. Трушин Глеб. Первое место. Глебушка, еще один, да, круг. Ну что же, как было обещано, приз зрительских симпатий. Участники, приз зрительских симпатий буду вызывать как раз в порядке, как выступали. Вот дальше
будет зависеть от того, насколько громко вы будете поддерживать того или иного. Уважаемый звукорежиссер, я прошу вас пока сделать музыку потише, иначе будет трудно определить, кто же у нас сегодня, ну, самый обаятельный и харизматичный. Не-не, погодите. По порядку. Ну что, у нас регламент. Ведерников Алексей, прошу. Аплодисменты. Так. Пугачев Александр. Пугачев Александр. Так, пока лидирует Пугачев Александр. Так, я бы его пока на первое место поставил. Лосенков Сергей. Сережа, вперед. Ну, я бы сказал, пока все-таки Пугачев Александр. Трушин Глеб! Ну, неужели тут первое место? Ну, что же. Ему было труднее всех сегодня. Трехлетний жеребец. Вы сами все слышите, мне даже говорить ничего не надо. Уланов Артем! Артем! Мы ждем вас. Благодарю. Хорошо. Итак, принимаю волевое единоличное решение. Приз зрительских симпатий. Черников Михаил против. Вместе со своим обаятельным конем. Да, мой хороший, да. Тебе аплодируют. Да, лохматый, тебе. Молодец. Ну как их после этого можно не любить? Они прекрасны. Так, вот песни поют, смотрите, русские. Сейчас дойдем туда еще. Сейчас холодно? Лошадки. Так, кто тут такие? Вон, бьются ребята. Вон они, со щитами. Это можно примерить какой-нибудь доспех. Сейчас мы тоже этим займемся. Помни свой город. Одену военную кошку. Папа, я нашел. Такое для детей. Thank you.
Смотри, как ты. Попробуй, пробей. Вот так, Сань. Ну как? О, понял? Помогите. Тяжелый? Для меня не совсем. Вот так. Давай со Славой. Да. На воин. Пробует на крепость. Мам. Да. Мы берем только на рукояти. Кожаная, да? Вон Слава, смотри, вон есть. Если не трогать, ага. Если мы берем меч, то дальше стоек, дальше обзором его не уходит. Очень нет мечей. Ну, шлем ты выбрал себе? Сейчас что-нибудь возьмем. Это не такой был. Кольчуга тяжелый. Стоишь, я Пашку могу даже ехать. Слава, Слава, мы тут. Иди сюда, дружочек. Поправь сверху. Да, сверху поправь. Сверху поправь. Там еще сверху что-то делает. Две руки. Поправил ты? Жарко. Нет, не жарко. Ну, как такой наш рыцарь поднимается. Сам не может, не помогает. Все, это оруженосец. Тем более, когда становится с пузом. Да? А теперь тяжело ли тебе? Да, детский тест. Один, там и детский, третий, второй. Опа. Опа. А теперь тяжело ли вам? Теперь начинает. Если еще пройтись, пробежаться, то будет жестко. Ты на коня надо залезть. Какой конь ты? Какой самый обыкновенный. Какой пап красивый, да? Щит еще у него там, какой красивый тоже. Копьянер. Что ищет, копье? Копьи тут нет. А копьи вон они, железные. Боюсь, вы не дойдете. Смотрели, ушли, да? Красавец. Давай фотографироваться. Давай. Так, ну вот смотрите, нарядился. Сегодня битва на воже. Можно себя представить в качестве богатыря, воина. Такая красота. Самый. Круто. Табань. Так, понаряжались. Тут, я так понимаю, какие-то женские одеяния. Тут все, битвы идут. Пить хочешь, Ванюшка? Щиты. Сейчас посмотрим. Тут лучники. Тут стреляют из лука. Спасибо, Иван. Так, смотрим. Тут вообще такое разыгрывается представление. Пойдемте посмотрим, как его мучить будут. Аккуратно заходим. Блин, там все. Как люди мучают? Да, смотри, да, как человека-то мучают. Да, очередь. Все же интересно. Там какого-то басурманина будет пытать. Но ничего. Интересно. Так, смотрите, тут настоящий самовар. Красота. Ну это, в принципе, тоже как бы из прошлого, да? Да, я про что говорю? Машина времени. Экзотика. Так-то ее самовар-то видели, а как они на самом деле дымят?
Я, наверное, не видел в жизни-то. Ну, вообще, когда хорошо, мне просто... Я не могу его почистить, уже зольник забит, и плохо тяга идет. Он, в принципе, когда разгорается, он, у него прям аж пламя из трубы, он прям аж гудит. Вот, и быстро очень закипает. И причем закипает у нас, он получается сверху как бы больше вода, потому жар идет сверху, быстрее нагревает сверху вода. Вот. Интересно. Ну, смотрите. Еду наложил, там вот, смотрите, какие... Костюмированные, колоритные люди, интересные. Юрта. Что-то варят. Так, идемте в юрту. Татарская. Вот она. Как обустроена. Что тут такое? Вот, да. Вон. Руки загребущие. Вот моя семья в татарской юрте. Вот. Теперь я был в юрте татарской. Интересно. Так, тут вот еще такая, как будто отдельные какой-то костюмированные люди. Столы. Из луков тоже стреляет. Вот, смотрите. Так, двигаемся. Когда человек может кормить семью, вот, он, ему проблематично. Потому что надо как бы кормить семью, а... Рассказывает много интересного. А вон тут, а тут кнутами мастер-класс. Давайте посмотрим. Во, блин, это попасть можно по себе. Идем дальше. Также тут есть чем и детишку заняться. Вот карусели такие. Ну, хорошо, природа. Воздухом дышится. Ну, молодцы. Сейчас вам покажу еще. Так, вот это. Молодцы, молодцы. В этом году молодцы. Так, а тут место археологический раскоп. Что-то тут нашли. Или имитация, или может правда что нашли. Ну тоже классно. Тут история рядом. Такой еще объект. Интересно, как все выглядит. Колышки стоят. Красиво. Интересно. Так, и двигаемся к выходу. Вот тут традиционная ярмарка. Не стал показывать, там, конечно, там есть где и покушать, есть что-то купить, и свистульки, какие-то там штучки интересные, солдатики всякие, богатыри, как же без них везде, тоже хорошо, историческая тематика присутствует везде. Так, ну мы на выход, все, до свидания.